Ну нахер. Ну что, будем углы мерить? Не спеши. Сначала мастер должен проверить ходовую. Если нужен ремонт, развал схождения делать бессмысленно. В нашем автомобиле и рулевая, и подвеска в порядке. Теперь на проверенном стенде мы выставили правильные углы. Перед регулировкой еще необходимо проверить давление в шинах. И определить загруженность багажника. Но все ли это делают? После того, как мы спустили на пол атмосферы колесо и положили в багажник почти 200 килограммов железа, углы установки колес изменились на несколько градусов. Их принципы, их кодекс, всего лишь слова, забываемые при первой опасности. Умаева му синдейру. Нони!